И еще одна новость из Бийского района. Там все школы закрыты на карантин. Причина – высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Также карантинные меры продолжают действовать практически во всех городах и районах республики. Не проводятся массовые мероприятия, сохраняется масочный режим. По данным эпидемиологов, число заболевших в Хакасии снижается, но пороговые значения по-прежнему превышены. Диагноз грипп на сегодняшний день лабораторно подтвержден почти у 250 человек.